но это ненадолго. Пусть остался только наш канал. Доброго времени суток, уважаемые зрители, подписчики нашего канала, наши братья по оружию. У нас четвертая миссия. Мы будем высаживаться на берег. Обеспечим себе безопасный проход через Сингапурский пролив. Нам помогут скорость и смелость. Пусть этот шторм приведет и нас порох домой. Бездымный в наших патронах. Ну, вперед. Боже, погода просто класс. Лучше не начинай, пар. Ракетница, блядь, у тебя? Да, да, у меня. Кто-нибудь знает, этот шторм еще набирает силу? Кто знает? Он может через полчаса утихнуть. Это больше похоже на тропическую депрессию, чем на тайфун. Что такое тайфун? Вот уж необразованный. Шторм или нет, этот план мы должны осуществить. Если ракеты не попадут в цель, пострадает много людей. Трекер, прямо впереди! Пустое место на берегу! Вот мы боюсь-то! Отбирайте! Чуток не промахнулся. Давайте же что-нибудь себе выберем. Так, что у нас здесь? Дробовики не интересно, по мне интересно. Карабин у нас М4 возьмем. А, и автомат, пулемет ручной. Возьмем СВД, а вместо этого тот китайский. Блин, не все выглядят одинаково. САР-21. Неплохая зачисточка, неплохая. Нужно выдвигаться. Так,
Командир, могильщик идет на пролом. А вот если не подойти к танку сзади, станет где-то там, то танки будет здесь стоять, и на них будут делать. Думаю, да. Думаю, это и есть наши ворота в форме. Иди первым, Рекер. Ну, даже фонарика нет. Черт побери! Вперед! Продвигаемся! Починить все снаряжение. Сейчас их порошок сотрут. Давай бинокль. Посмотрим. Закрывание 2, бегуны. Мы на подходе. Не сближайтесь по бегунам. Прием. Закрывание. Открывайте. Уходите техника перехода. Нас задали. Да это же стенка должна пробиваться. Нифига себе. 2 хп осталось. Да ёлки-палки. Не снопа, не знаю что. Какой-то неубиваемый. Вообще печально. Идем вперед. Танк у нас какой-то совсем уж пассивный. Спасибо.
Так, там один еще, да? Иди сюда. А у него гранатомет. Винтовка. О. Парни, вы в порядке? Люк был открыт. Чуть не сдох от воздушного взрыва. Что произошло? Взрывная волна. Ага. Станция 50 метров. Давайте возьмем танк. Чего возьмем? А как туда пройти? Если умеешь стрелять, это не значит, что ты умеешь сражаться. Понятно? Как скажешь, ирландец. Вот мне бы эта винтовочка раньше пригодилась. Ирландец, как тебе это круто? Ну, помчались. Я понял, что такое X. Я не понял. Осторожно, на улице.
видимость, конечно. Был вражеский танк. Так, я так понимаю, нам надо брать влево. Контейнер для танка не... Этот грёбаный...
общем, я решил взять танк. В общем, я только что справился со вторым танком из БМП. Сверху обзор может быть лучше. Контакт впереди. Блин, реально незаметно. Чуваки как-то так. Всего четверо. Нужно идти дальше. Там все как на ладони. Там никому не спрятаться. Нам нужен план получше. Тучи расходятся. Шторм стихает. Нам нужно спешить. Не нравится мне такая херня, вы спятили. Мы вчетвером против целой армии. Мы подробно обсуждали это задание с Гаррисоном. Он прекрасно знал о риске. Нет, это вы обсуждали.
обсуждали все за моей спиной. А в чем проблема? Не нравится, что у вас в отряде женщина? Женщина для меня не проблема, а вот лжецов не переношу. Так, сейчас вы тут затрандитесь. Пойдемте. Нам нужно выполнить задание. Подумайте о людях, оставшихся на Валькирии. О всех тех, кого вы спасли. Они надеются на нас. Да давайте уже, вот, блин, как эти скриптовые сцены, блин, уже задолбали меня. Всего-то четвертая миссия. Мне он уже надоел. Ну, может, дверь откройте. Помоги или... мне, Рэк. Я ей не доверяю. Она что-то скрывает. Присматривайся. Паранойя у тебя. Дальше, но побыстрее. Может, это подстава? Ну что, да пока не подходит. Передвигаемся за машинами. Не высовываться. Сейчас нам, наверное, с автобуса начнут палить. Этот тропический, как его там, просто ужас. Да, тайфун. Но это нам на руку. Осторожно. Через автобус. Валим, валим. А это еще что?